Тем временем выпускники высших учебных заведений готовятся к защите дипломных работ. В связи с эпидемией процедура будет проходить в режиме онлайн. В таком же формате пройдут и государственные экзамены. К примеру, в Ангарском техническом университете к выпуску готовятся более 400 студентов. Защита итоговых работ начнутся с июня. В настоящий момент в ВУЗе тестируют электронные ресурсы для проверки знаний выпускников. С технической точки зрения у нас есть платформы, на которых мы выставляем все это. Сейчас тестовое подключение со студентами идет в режиме дистанционном. Мы проводим совещания, заседания. Несколько платформ, в которых мы вещаем. И у нас есть своя электронная информационно-образовательная среда, в которую каждый студент входит по логину и паролю. И там общается с преподавателями в форумах, в чатах. Плюс там есть все задания и ответы на эти задания. Они прикрепляют там. То есть вот такое общение. В режиме онлайн будет проходить и работа с абитуриентами. Прием заявлений на поступление также будет осуществляться в электронной форме. О точных сроках подачи документов говорить пока не приходится. Напомним, в связи с пандемией единые государственные экзамены для школьников планируют перенести на более поздние сроки.